Младше. У нее была склонность к завышению, она была влюблена в ударника. Ударнику нравилась Оля, та, что играла на ионике. А Оле снился соло-гитарист, пап-пап-пап-пап-пап. И иногда учитель пения. Ау! Имел роман с географичкой. Об этом знала вся школа, не исключая младших классов. Даже хотел развестись, но что-то его держало. Может быть, трое детей, а может быть, директор школы. На переменах они целовались. Вот, вот такая вот музыка, вот такая вот вечная молодость. Хэу! Ай-яй-яй-яй!